Соль в России может подорожать на 10%. Об этом газете «Известия» рассказали в организации «Руспродсоюз». При этом в компании «Соль Руси» не исключают, что рост цен может произойти уже до конца года. Причина – не хватает вагонов для перевозки соли. Сообщается, что добытчики уже сократили отгрузки продавцам. В компании «Руссоль» говорят, что на рынке технической соли, ею, например, посыпают дороги, уже критическая ситуация. И сейчас у компании больше 4000 вагонов, отправку которых она оплатила, но так и не смогла отгрузить. В «Руспродсоюзе» добавляют, в октябре техническая соль в оптовом сегменте подорожала на 10%. И такое же может теперь произойти с пищевой. Производители предупреждают, если ситуация не изменится, то соль станет еще и дефицитом в российских магазинах. В РЖД заявили, что знают о проблеме, касается она только технической соли, но необходимые меры принимаются.